Здравствуйте, господа. Я хочу вас представить нашим телезрителям. Добрый день, Олег Токтаров. А когда у вас бой? У нас будет через неделю ровно, в пятницу, 8 числа. Тренироваться там будете на месте в Баффало или уже у вас там будет только развлекаться? Только развлекаться. Где вы завоевали этот пояс, Олег? Я выиграл, вот мы можем прочитать, вот Ultimate Fighting Championship. Это турнир без правил в Америке такой Ой, проводится. Так вы его выиграли в Америке? Да, конечно, в Америке, а где же счет? Да. Чем это идет с его именем, с датой, это что будет? Значит, даже золотом тут немножко покрыто. Значит, вы сейчас будете защищать свой титул? Сейчас будет у меня суперфайт, ну практически, да.